А были вообще у вас до этого подобные машины? Да, было. У нас техника тоже такая. Есть попроще, большой. Ну, он не зарекомендовался так надежно, как этот. Он ломался? Да. У него и производительность меньше, и качество, конечно, похуже. А, то есть, имеете в виду, что трубы были недостаточно плотные? Да. А чем это вообще вот происходит? Для вас это самое главное, чтобы она хорошо прессовала и не ломалась.